Добрый день, друзья! С вами компания «Печной мир». Сегодня мы получили книги, перепечатанные с старых изданий 1900 года, 1910 годов, там, где как раз в свое время ковалась, так скажем, вся информация по печному делу наших предков, информация. Сейчас будем вскрывать коробку, посмотрим, что нам пришло и как это выглядит. Инженер Цыганенко. Книга издательства 1913 года. Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости. Так, оно идет в двух изданиях. Кирпичные комнатные печи большой теплоемкости. То есть это вот, оно идет комплектом. Тот же производитель, тот же год. Здесь... Даже если обратить внимание, есть твердый знак, как раньше это все прописывалось. То есть, ну, для чтения, в принципе, более-менее удобно. Вообще, было заказано 21 книга. Из перечня, точнее, было сказано, что есть 21 книга, не стали выбирать. Заказали все в одном экземпляре, чтобы можно было посмотреть и уже определиться, что именно возить под заказ. 1934 года, в помощь печнику. Печное дело 1934 года. Протопопов. Москва, 1930 год. Русская печь. Полевецкий. В помощь печнику. Хорошая русская печь. Печное дело 1931 года. Первоначальное краткое пособие по печному делу. 1906 год. Киев. Здесь так и есть и небольшие, тоненькие отопительные печи. Как следует делать комнатные печи. Всего, повторю, 21 книга, то есть разных изданий. Даже есть 1867 год, Санкт-Петербург, печного искусства, теоретическое основное печного искусства, основа печного искусства. Печное мастерство. Здесь года нет. Также петербургское издание. 1911. Что-то серьезная книга. 1932 года. Пламенные печи. Грум Джемайла. Такие книги с иллюстрациями. В читабельном виде, с формулами, то есть все как было это раньше, полностью чертежи, то есть все прорисовки, все есть. Здесь даже вот печь для обжига Диониса, то есть, ну, это уже производственное что-то конкретно серьезное. Здесь кафли. То есть это у нас изразцы, альбом комнатных печей, также с прорисовками получается, камины. Еще одна серьезная книга и крайняя. Описание печей, 1916 год, Новгород. Книги цветные, смотрятся очень красиво. Я думаю, даже в подарок для мастеров это будет очень приятно.
Думаю, книги интересны будут не только мастерам с опытом, но и также начинающим. Все это будет представлено в наших торговых залах. Приходите, смотрите, выбирайте, заказывайте более понравившиеся. Рады будем видеть. Приходите в ваш печной мир.